Зарядить микро- и макроэлементов или надежная профилактика от болезней, укрепить иммунитет в преддверии осенне-зимнего сезона, не прибегая к лекарственным препаратам, можно проверенным годами способом. Рецепты на меду передаются в семьях из поколений в поколение. Липовый, каштановый, гречишный. В Йошкар-Оле вновь начинает работу ярмарка натурального меда из Башкирии. Чем в этот раз здесь порадуют покупателей, смотрите в нашем материале. О целебной силе меда знали еще древние египтяне. Причем тысячи лет назад, во времена фараонов, медом не только лечились. Этот продукт пчеловодства использовался в обрядах и даже выступал аналогом денег. Хорошая хозяйка и в наши дни заранее заботится, чтобы меда в доме всегда была полная чаша. Говоря о запасах на зиму, не обязательно закупать большой объем меда одного вида. Сегодня сортов предостаточно. К тому же у каждого из них действие на организм свое. Какой-то лучше выводит шлаки, какой-то повышает иммунитет. Мед способен усилить качество любого продукта. Если вы положите ложечку меда в молоко, то усвоение кальция будет во много раз больше. Также у нас на ярмарке есть мед майский, который нормализует нервную систему и улучшает и омолаживает весь организм. Можете приобрести мед с пергой, который восстановит иммунитет и защитит ваш организм от многих болезней. У каждого сорта меда есть аннотация, в которой описаны полезные свойства меда. Приходите и выбирайте. Более 30 сортов меда, в том числе и урожая 2018 года, будет представлено на ярмарке от пасеки Монастырской. Она пройдет в Йошкар-Оле в ДК имени Ленина. По соседству с медом, который собран в экологически чистых районах нашей страны, будет вкуснейший конфитюр – земляничный, черничный, облепиховый и не только. Это ягоды, бланшированные на пару в собственном соку с добавлением пектина. Кроме этого, здесь будет также в наличии маточное молочко, горное мумиё, настойки на меду, халва, натуральное подсолнечное масло и старинный напиток сбитень. В детстве я очень любила мед, но сейчас в данный момент, конечно, пользуюсь тем, что у меня внучки, я покупаю мед, чистый, натуральный мед. При простудных заболеваниях мы как бы употребляем этот мед, заготавливаем на зиму, на весну, на осень. Этот продукт очень полезный для детей и для взрослых, и для стариков. Спешите за своей порцией ароматного лакомства на ярмарку меда и конфитюра от пасеки Монастырской. Мед урожая этого года и свежайший конфитюр можно приобрести в ДК имени Ленина по адресу улица Машиностроителей, 22А. Продлится ярмарка с 14 по 23 сентября. Время работы с 10 до 19 часов. Плюс каждому покупателю банка меда в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов.